Здорово. У Шона прекрасная позиция, да, он с гранаты забирает Егора, вот, Афер забирает, в свою очередь, с физики Хоуми, вот, контролирует телепорт, наносит неплохой урон, и на Магнуме стоит, ловит, отбивает гранату, должен его здесь, в принципе, добивать. Нет, Хоуми все-таки выигрывает жонглирский батл, но у Афера все еще есть труба, он, естественно, обладает инфой по Хоуми, отбивает шар своей невероятной ловкостью и продолжает контролировать РПГ. Интересная позиция. Шоми держит центр, молодец. Кто-то за ТП нахуй. А, нет, за ТП никого нет. Да помните, карта сейчас за лазденцем. За ТП до сих пор тусуется, он еще все же. Оба, они там оба сейчас, они будут пушить. Кидает гранату, но на самом деле, по-моему, только обозначает свою присутствие. Афера убивает просто Егор, Шогар разменивает его. Окей, и вынужден наступить. Не продолжает. У Ребелов, потому что они оба спустились вниз. Один должен стоять наверху и смотреть человека, который выходит с гранаты в этом случае. Афер каким-то чудесным образом все равно взял РПГ и напомню, что РПГ все еще есть у Шога, и он его реализовывает на Хоми. Смотрим, реализует ли он его еще на ком-нибудь. Молодец, да, на Хоми опять же реализовал, но у Хоми без шансов там был на самом деле. Большая ошибка от Егора вот так выходить, когда у противника РПГ ты выходишь по центру снизу, это практически без шансов. Афер хотел выебнуться, убить рикошетом, но здесь выебываться не надо, стреляй прямо, блядь, по противнику. Ты, конечно, игрок скилловый, но не выебывайся. Рикошеты хуёвый Афер, конечно, делает, потому что лучше кидать все-таки по радиусу. Именно по касательной в этом случае. Я предпочитаю думать, что он просто дает шансы вот своим более слабым, да, не фаворитам. Вот сделать такие рекламы на нем. Бывается, да. Ну, имеет право. Счет все-таки 2-12. Ну, не окей. Надо выходить здесь снизу, господи. Конечно, комбайн окей, Егорка забрал Афера, но если вы выходите снизу, у противника РПГ, у вас шансов очень мало. Вот, пожалуйста, Афер сейчас Егорку, разъебал, Егор вышел, у Афера РПГ, все, и мы снова возвращаемся к этой же позиции, которая была. Эй, Шога предпочитает контролировать спам, подзаряжается немного, сзади него есть стенами, не попадает он шаром. Ты на кого смотришь, за Шогу? Я вообще переключаюсь чисто динамически, вот, потому что, ну, не знаю, мне так как-то это естественнее, натуральнее, к сожалению. Если не... у тебя стрим, нам нужно просто минус за одного человека смотреть, чтобы... Ладно, да, я согласен с тобой, Давай, вот я сейчас врубил Шога, за ними контроль, давайте смотреть, как они будут... Давай, за Шогу позовем, просто если будешь переключаться, ты мне говори, я тоже буду переключаться на игрока, который... Да, окей, он стоит на зарядке, вот, перестреливается с кем-то Афер, он это видит, собирает как бы шар, потому что у него есть импульс, и тем самым лишает энеми возможности их проспамить. Кстати говоря, достаточно грамотно стратегический мув, как бы, контролировать еще и импульс. Тема, сидеть Афер, sorry, что я тебя перебил, я просто увидел позицию. Да, ты добавил. Аферу стоит сидеть контролить РПГ наверху, а Шога в этот момент может сидеть на R2. И в любой момент Шога нужно сидеть рядом с лифтом, уходить на лифт наверх. И но даже если он умирает, то все равно как бы Афер имеет инфу, закручивает туда и, по крайней мере, наносит урон, если вообще не убивает своего энеми. Да, совершенно верно. Вот, то есть один держит R2 внизу, если к нему кто-то подходит, он это видит с кучи сторон, и у него есть духовое время уйти на лифт наверх, и его уже не убьют. Ну, там надо очень сильно проебаться, чтобы тебя убили. Ой, как Шога сейчас физику кинул, господи, я даже моргнуть не успел. Это была, конечно, хорошая реакция, молодец. Вот, сейчас хорошо, Шога, иди на R2, один на воде, все, у Хоми без вариантов, его сейчас сложат, скорее всего. Да, и тем временем ему даже тут никак не поможет. Ему надо, на самом деле, в этой ситуации ждет, скорее умереть ему нужно, потому что он просто тянет время. Да, и... он тянет время, ему надо просто кинуть грену, выйти, куда-то ее швырнуть, а гость да. На рандоме заберешь. Вот сейчас хорошо. Ой, да, молодец, реализовал себя. Реализовал позицию. Может быть, дай бог, второго сейчас заберет. Давай, ну, нет. Ну не, ну куда ты, что ты ждешь, ты стоишь, господи. Спал, я просто поменялся, молодец. Похоже, вернулся сейчас из шара и вообще не понял. Хоми забрал, Шога забрал, точнее. Охуеть! Ух, Хоми сейчас, слушай, хорошо сейчас сыграл. Вообще красавчик, из такой позиции, вообще крайне невыгодно, он сделал два фрага.
Да, да, это, знаешь, вот я так скажу, началась карта явно не в пользу Егоров, но, по крайней мере, они показывают красивую игру. Афер, конечно, продолжает доминировать, но Шогу они по-прежнему дают пизды. Крены накидывают, да, слушай, ну, молодец, то есть, конечно, они проседают по счету, но вот отдельные фраги, он прям, ну, Афер уже решил, конечно. Ну, давай посмотрим за него, вот этот Хоми заслужил своего внимания, так. Нет, он сейчас... сейчас прям сделал несколько монеток очень хорошо, вот. У него, на него прям иногда нападает вдохновение, и он прям хорошо делает, прям красивые какие-то вещи. Мне нравится. Так, да, у меня камера на нем, он выходит на арбалет, запаливает гранату, у него в инвентаре имеется магнум. Спамит он сеточку, вот знает, потому что там элемент, тут, видимо, уходит телепорт. Он его преследует, вот найдет ли он его там. Смотрим на выход, видел, что он ушел на арбалет, заряжает ему дробь, да, убивает. Хорошо, окей. Шагу, молодец, хорош. Егор тем временем, да. Уходи, бля, хорош, Коми, молодец, в центре карты, открыли трубу. Такое же строение держать надо, блядь. Промахивается с трубы, ручки трясутся, видно, блин. Вот если бы он первого убил, то, конечно, совершенно по-другому закончился бы этот размен. Он окей, но... что он индивидуально как бы проебывает, но он может разъебывать. Сука, соберись просто, блядь, не нервничай, нахуй. Шоу, конечно, забыл. Хоми надо собраться, ему не надо нервничать, блядь. И все будет вообще здорово у него. Получаться будет хорошо, и все будет вообще в жизни замечательно. И писька будет стоять, и деньги будут, и все остальное. Куда ты пошел? А, ну ладно, окей. Рассчитывать он на это, конечно, не мог, но будем считать, что да, фортуна на его стороне была в этом моменте. А как, безусловно, он шел нападать. Ой, он даже же стрелял Шога. Иди, нет, куда ты выходишь? Зачем ты поднимаешь свою голову, блядь? Можно же, блядь, попасть в РПГ, не поднимая ебальника. Куда ты выходишь? Торопится, торопится. Я говорю, минус Хоми в том, что он торопится. У него потенциал хороший. Он как игрок очень, блядь, ну... заслуживающий, блядь, уважения и доверия. Но нужно, сука, успокоиться и собраться, и играть спокойно. Холодной головы не хватает. Вот, да, не хватает хладнокровия, совершенно верно, правильно заметил. Хладнокровия не хватает человеку. Торопится очень сильно. Чувствует, что его аим и скилл немножечко опережает его, как бы... Посмотри, вот сейчас, кстати говоря, это и демонстрирует. Вот они сейчас замедлили игру, пытаются что-то там отспамить, пока Егор, к сожалению, нафидел. Шумит он лифтом, у него есть неплохая позиция, по нему есть инфа, но уворачивается РПГ, ну Афер ставит ему... сейчас вообще не понял, блядь, совершенно это лишнее было действие, абсолютно, потому что двое на центре, у одного минимум РПГ, и твой подъем на лифте не сделает ничего абсолютно. Не хватает... продуманчика немножечко, он не думает на несколько шагов вперед. Здесь без шансов вообще. Да, остынь, остынь, Хоми, блять, ёпта, Свят, остынь, блять, пиздец, ну что ты делаешь? Просто замедлись, не торопитесь, блядь. Конечно, за 12 минут отыграть 29 фрагов, 30 уже, конечно, наверное, у вас не получится. Тем более, что за комбом. Не торопиться надо. Индивидуально есть шансы перестрелять, есть шансы перекидать. Очень торопится, Хоми, очень торопится. 27-11, практически 1-3 счету Афера. Вот, я предлагаю посмотреть немножко за него, как же он это делает на био. Не, ну Афер, конечно, да, это очень приятно смотреть всегда в любых раскладах. Слушай, ну Шога тоже 23-10 хорошо показывает. Ну Афер, видишь, уже, он понимает, что у него превосходство невероятно, он просто уже с монтировочки разъебывает своих противников, блядь, без шансов. А, Егор доказал, конечно. Помочь немножечко всем. Хоми, блять, расстраивает меня. Есть потенциал у человека. Тимплей не хватает с Егором, им жестко. Не торопиться, с холодной головой идти, и тимплей вы вывезете на нем, на самом деле. Забрал РПГ, забрал, Афер. Поймал. Кошмар, господи, как он это вообще все чувствует? Я не понимаю, это он какой-то уникал. Походу, извините, как трейсер, в Overwatch немножечко... Во времени не рассинхронен, видит, что в будущем будет, блядь. Примухнул писков времени, так сказать. Писков времени. Нейросеть, да, вот нам подсказывает. Не, серьезно, Афер, конечно, это ебанись, блядь. Он творит какие-то прям чудеса. Это прям, ну... Имеет 100-100 примерно сейчас стек, да, по инфе просто-напросто забирает и отбивает раш Егора. По слуху было, на самом деле, там его слышно было. Ну да, может. Минимум громкости. Что Хоми делает? Куда ты ломишься? Ну Афер же внизу с РПГ. Вот я говорю, не хватает хладнокровия. Остановись, блядь. Просто остановись. Ну, я не мои тут, кстати говоря, такой быстрый момент приятный. Не, молодец, да. Вот в этом плане, как бы, если у тебя 100 на 100 стегли или больше, ты кидаешь, блядь, аптечки и армор,
тиммейт. Что, кстати, мало кто вообще делает. Потому что, в принципе, у мало скилловых игроков редко когда бывает 100 на 100 в ТДМ. Кроме меня, разумеется, мало кто так делает, блядь. Ну, я когда с Равом и в тимплей играл с тем же, на самом деле, Чоку, блядь, я все время накидывал вообще всю хуйню. Это тиммейт, ты тоже поддерживал, блядь, тиммейта. Солянова просто забирает с нижней позиции, да, Астра сейчас. Солю просто огурчика, блядь, и все, пиздец. Торопится Егор, не хватает хладнокровия. Блять, вот, сука, чувствую, оба молодые, там, я знаю, Святу, блядь, Хоми 24, сколько второму, не знаю. Ну, так же примерно. Очень импульсивная игра, очень импульсивная. Если Афер может на индивидуальном скилле вывести, то у этих так не получается. Остыньте, блядь, играйте с Зиплэйном. Мне кажется, что горячая, просто, ну, мозги у него гораздо быстрее работают. Не мозги, а рефлекс. Ну, ну, там как бы все в совокупности. Ну да, ты прав. Ты... Хоми рефлекс работает быстрее мозгов. Вот, и рефлекс подсказывает, ебать, он его еще в воздухе сбил, ну пиздец вообще. Айфер, конечно, ебать, блядь, нахуй волшебник в этом плане. То есть, что он делает в микромоментах, это ебанись, блядь, пампах. Бью этот шар. Он видит все, мне кажется, ну, в жизни фов примерно 200. Ну, не знаю, сколько фов, но его потенциал надо реализовывать, конечно. Извините, что я повторюсь, блядь, в других играх современных каких-то, потому что, ну, блядь. Я думаю, что он и сам к этому пришел. Все-таки моя теория, что Last Dance неспроста была эта команда названа. Хуй знает там, сколько Аферу лет, я не знаю, там. В плане философии, конечно, это можно долго рассуждать, но... Опять же, я думаю, что года 23, типа того. Может быть, мне говорили, что молодой относительно игрок, вот, но то, что он делает, это, блядь, это пиздец. Это прям, это уровень киберспорта серьезный достаточно. Здесь прям, вообще... Кстати говоря, вот согласись, что, учитывая... как бы особенности нынешних, да, игр, того же там, допустим, Apex или Overwatch, ну, они достаточно меньше делают акцент на каком-то, на какой-то индивидуальной задрочке. То есть, если говоря, порог входа в тот же Quake или в CLDM, тебе от тебя требует изучения распрыга, каких-то там пристреливаний там и так далее, то в том же Overwatch и в Apex, то есть ты можешь зайти, выучить плюс-минус, да, как-то карту или карты. И тебе не нужно будет тратить уйму времени на то, чтобы как-то учиться двигаться и так далее. То есть для Афера ворваться в какую-то киберспортивную дисциплину, где мувмент и прочие всякие сложные триксы не играют большой роли, будет гораздо проще. Смотри, немножечко с тобой не соглашусь, потому что, во-первых, в плане Apex, то, что касается карты, в Apex карты огромные, и ты ее не выучишь. Ну, ты ебанешься учить карту в Apex, она здоровая. А в плане Overwatch можно выучить на картах, где находятся хилки, потому что на Overwatch на картах только хилки у тебя, блядь, и находятся. Вот, но потенциал именно в плане аима за Апексом, в плане общей игры, тимплея, он за Overwatch глубоко. Окей. Я просто хотел сравнить скорее две эти дисциплины с HLDM. Грубо говоря, ты тратишь меньше ментальной энергии на то, чтобы распрыгиваться, там, чеканить гранаты и все такое. Ты концентрируешься целиком на имя и тимплее в других дисциплинах. Вот я о чем. То есть, грубо говоря... В плане тимплея и аима больше апель, конечно, решает. В Overwatch у тебя может не быть аима, ты можешь выбрать себе любого персонажа, не аимного. Спамерского такого, типа, да. В плане танка, например, у тебя может зайти Райнхард, если у тебя вообще, блядь, ты ногами играешь. Вот, если ты в плане хила, у тебя Мойра, на которой целиться вообще не надо, нужно понимать, что нужно делать. В плане дамагера, блядь, ну, наверное, крыса, либо риппер. Вот, и все. И ты... Ну, подошел, например, вот Хоми из персонажей Афер, в смысле, из персонажей Overwatch, на ком бы Хоми хорошо играл? Хоми хорошо играл бы, на самом деле, на солдате, потому что солдат это чисто койковское наследие, то есть он бегает, стреляет из автомата хорошо, у него есть пассивная обилка, не пассивная, активная обилка в плане хилка, активная обилка подствольная ракета. Вот. И пассивка, это по нажатию шифта он бегает быстрее на 40%, потом он... в первом овере на 50 он бегал быстрее, во втором на 40, то есть он просто типа спринт сжимает и бегает. Вот, это один из моих мейнов, на самом деле, солдат, потому что у меня мейн, я на танке отыгрываю сейчас на Сигме. Вот, мейн дамагер — это солдат, мейн хиллер — это килька.
Вот, и... Он карту, но Шога забрал его греной, он был... Ну, у него был, так скажем, снаряд РПГ в полете. Окей, забирает Афера он гранаткой, вот, поднимает РПГ сейчас, вот, и интересно, где Хоми на этот момент, он, в принципе, неподалеку от него, но у него нету, насколько я понимаю, оружия. Кидает он гранату, поднимает арбалет, идет на зарядку, закручивает по инфе. Ну, я смотрел, в принципе, за командой Егора, вот, ну да, да, вот, ну, Егора. На самом деле, разъеб, блять, ну, пиздец тут. Ну, какие-то микро-моменты вычленить просто все-таки, ну, понятное дело, что как бы карта уже отдана, к сожалению, это похоже на 2-0. Да не то, что похоже, это риск 2-0, да-да-да. Риск на две головы просто, конечно, Last Dance опережает Егоров. Вот. 55-23 еще два. Егор на комбайнах, да, у них шансов вообще немного. Егорка еще и упал, блядь, ноги переломал себе. Больно, больно, конечно. Егорам надо меньше нервничать все-таки. Знаешь, тут я скажу, Шога, между прочим, в микро-моментах, вот я сейчас посмотрел немножко за него, он подразыгрался, блять, он ловит, все отбивает и стреляет между этими делами, то есть в плане микро-моментов я бы не сказал, что такое уж он хуёвый, как был он на Каверенс, на Афере, извините, на Каверенс. Ну, дает вдохновение, конечно, играет, то есть он чувствует, что Афер выводит, но больше. Да. То есть в плане психологии, в плане поведения, конечно, игру Афер задает очень серьезно. В любом случае, как бы легко иметь хороший счет, когда твой тиммейт тащит, потому что у тебя есть возможность спаункиллы, у тебя энеми дамажены. Есть возможность фантазировать очень серьезно в этой игре. То ты есть больше ты можешь какую-то хуйню, да, даже рисковать, экспериментировать, ты знаешь, что твой тиммейт затащит в любых распадах. Вот, и Шогу в этом плане, он хорошо построился под Афера. Но я замечу, что у Шога меньше смертей. Все-таки у него меньше фрагов, но и смертей меньше. А на био это, между прочим, не просто. На био достаточно аркадный геймплей, и иметь там положительный КДА, это чего-то стоит. Вот. Конечно, безусловно, да. Я тут с собой полностью согласен. Вот, но вдохновляет его Афер, безусловно. То есть Шога чувствует, что даже если он где-то проебется, его Афер подстрахует. Но Афер... В нынешней луте серьезный тимплей, да, первого тира, он делился все-таки на керри и саппорта. Это термины, которые я использовал в матче с... предыдущем матче, да, SF и Secret. То есть, если... Прости, что я тебя перебью, это просто люди, что они делают, они просто ломятся как мясо. Это вот особенность, как и на Каверс. То есть вначале они как-то пытались, да, это была их карта, и у них получалось, но первые 10 минут был отрыв там небольшой. После этого, где-то минут на 15, ну, мораль, я так понимаю, уже была как бы сломлена. Это... Просто, ну, они ломятся, уже пытаются какие-то фраги сделать, но трехкратный разрыв, ребят, там... Ровно трехкратно сейчас причем. Да это спектром за то, что они на самом деле не рейдж-квитят. Вот я просто знаю, как бы стаки, которые имеют особенность это делать. Но будет сейчас. Как бы это уже тупо, потому что как бы комьюнити в Half-Life маленькое, рейдж-квитят, это совсем уже глупо будет. Плюсуй. Доиграть, как бы это. Похуй уже. Доиграть. Это фраги подсчета, я бы так сказал, они делают. Да, сейчас. Да, просто вы доигрываете игру. Афер забрал Егорка. Опять же, Егорка не помал Грену. Все-таки это, ну, добавляет так или иначе какой-то морали себе. Ебать, и Афер. Перекидал гриф. Хорошо. Здорово, молодец. Ну, Афер, конечно, худейсик, волшебник, вся хуйня. Он, то, что он делает, это ебанись, блядь. То, что... Кстати говоря, если человек, игрок, обладает аналитическим мышлением, он очень много может для себя выводов подчеркнуть из такой игры. То есть, ну, грубо говоря, сейчас все стараются на деньги. Ну, понятное дело, что Афер, ну, может быть, и под пивас играет, но, тем не менее, играть против него сложно, потому что мотивация победить у него присутствует. И это гораздо продуктивнее с точки зрения индивидуального роста, чем, да, обыкновенный микс. То есть сейчас, да, будем, да, перестреляв Афера на Грена, вот, ты можешь для себя подчеркнуть какие-то моменты, которые будут работать против... Ну, я думаю, что хуй они подчеркиваются, конечно, к сожалению. Ну, не знаю. Вот. Нет, Афера можно переигрывать. Безусловно, у Афера, конечно, АИМ реакция на голову выше всех. Очень круто. Всех. Вот не знаю, вот какой-нибудь на самом деле, мне кажется, трэш. Вот, да, мы не будем называть его второй никнейм, прям так на стриме. Мы его называли вот. На прошлом стриме. Нет, сейчас Афер в плане именно микромоментов, он перестреляет любого. То есть то, что я вижу, это пиздец. Я такого не видел ни у кого. Вот, то есть если это без какой-то поддержки чего-то там, без программы, либо без каких-то бафов, блядь, химических, это очень круто, это прям,
Это киберспорт. Вот это вот прям... Да. Блин, я с тобой соглашусь. Это вот. Звезда. В плане... Его можно переигрывать на каких-то, ну, моментах именно в плане тактики Спенса. Вот. Есть какие-то нюансы, на которых его можно обыгрывать, потому что как бы любой игрок, который чувствует, что он тебе в микро переиграет, он ошибается в макро всегда. Вот, как, ну, вот, бля, сейчас два Егора зашли за счет РПГ оба.